заметно для всех. Место для стоянки убирай, если здесь можно. Я не знаю. Кто знает? Ты знаешь. Я знаю. Можно. Мне же надо знание. Ну, если там не было знака, то можно, потому что тут полоса пунктирная. Деревистая. Можно? Не знаю, можно, наверное. Но подскажи. Ну, можно? Ну, если можно, то мы сейчас остановимся вот тут вот. Это вообще уже сверхновость. Все. Ты на остановку как заехал? Как? По сплошной линии. Так там она была с той стороны. В зеркало посмотри. Там с одной стороны прерывистая, с этой стороны тоже прерывистая, чтобы выехать. А ты прям посередине остановки заехала. Это раз. Во-вторых, место для стоянки на остановке не находят. На обочине. Ну, обочины здесь нет. Ну, я спрашиваю, на обочине находится? На обочине, на край проезжей части. Ну, ладно, вот, мы то можем. Есть, ты должна, я думал, ты скажешь, ну, сейчас остановимся. Я думал, ну, ты вот тут сейчас вот остановишься. Вот так. А ты взяла и... Вот так. Сейчас я на бордюр не заеду. Во. Поехали. Все.